Я пришел домой с работы, но оказалось, что суббота, и мне не надо было выходить на работу. Но я вышел. Но пришел Максим, и он апельсин. Но я не знал этого, и пришлось съесть печенье. Это как варенье, но это не варенье, потому что это печенье. Но Максим этого не знает. Он на гитаре летает, а гитара черная, как моя залупа печеная. Это был очень грустный рэп. И мне даже не хватило на хлеб. А хлеб стоит 5,85. Это как отобрать петарду у ребят. Это как заказать MP3 плеер, и он будет MP4 клеер. Это было очень трудно, очень больно, очень скользко и водопольно.